Но он возрождался вновь и вновь, все хорошее. И вот сегодняшний Ленинабад, крупный областной центр Таджикистана с населением более 150 тысяч человек. В городе около 30 промышленных предприятий. Есть педагогический институт и филиал политехнического, театр драмы и музыкальной комедии. Людям, собирающимся у этого тысячелетнего дерева, есть о чем поговорить. И о сегодняшнем дне города, и о его прошлом. Они мастера. И, может быть, лучше других ощущают связь времен. Ленинабад всегда был знаменит своими мастерами, тонко чувствующими и цвет, и форму. Сегодняшние ни в чем не уступают своим предшественникам. Проводят сложнейшие реставрационные работы. И резец в руках такого мастера, как Али Яхяев, уверенно плетет ажурную вязь на колоннах, дверях, комнатных перегородках.